Привет, друзья! Четверг, 17 декабря, плюс 13 на острове Isle of Wight. Я сегодня еду показать вам хороший, очень красивый, большой магазин, можно даже сказать, огромный магазин. Называется он Range. Мы с вами там еще не были. И я хочу сегодня купить много чего для себя. Там все для дома, все для семьи, поделки всякие, ну, в общем, электротовары и, конечно, всякие товары для декорации дома и квартиры. И вот у меня сейчас появилась такая безумная идея. Вы знаете, я себя же хочу чем-то занять, так как я никуда не уехала в этом году. Я не привыкла здесь находиться зимой. Зимой почти каждый день льет дождь. Вот, кстати, сегодня более-менее нормальная погода, видите, сухо. Пока еще дождь не идет, но возможно, что дождь еще у нас впереди. И хотелось бы мне, конечно, погулять, но вот все-таки у меня больше желания съездить вот в этот магазин. Этот магазин в Каусе довольно далеко. Ну, я, конечно, всю свою дорогу вам показывать не буду, потому что у меня много чего есть вам показать там, в магазине. Итак, давайте, друзья, смотреть. Приехали мы с вами в Range. Сейчас припаркуюсь и вам все покажу и расскажу. Берем корзинку, и мы внутри огромного магазина. Извините, маска на лице у меня, поэтому, может быть, глухо меня слышно, но ничего тут не поделать. Первым делом хочу вам показать, что меня спасает в эту холодную зиму. Вот именно вот такие вот наборы. Наборы, видите, Тедди, как я, ну, я всегда говорю Тедди, но они так и называются, Тедди Флис. Это очень теплая вещь, и я сейчас купила ее. Но здесь, видите, сингл, дабл, где тут у нас дабл, а вот дабл стоит 21 фунт, 15,99. Это сингл опять. Ну, сингл это, понимаете, для одного. И двойной, на двойную кровать. Сейчас, я их раньше не видела, вот сейчас они появились. Видите, какие? Очень мягенькие, шикарные. И просто, даже когда холодно в квартире, ты залезаешь спать в кровать с таким бельем, и очень тепло. Ну вот видите, какие здесь в основном продаются вещи для дома. Всего, чего ваша душа желает. В том числе и мебель, конечно. Шторы опять. Вот эти вот наборы постельные. Я сейчас покажу вам то, что я ищу для себя. Вот Тедиков я вам уже показала. Сейчас покажу то, что меня здесь очень порадовало, то, что я именно хотела для того, чтобы декорировать свою квартиру. Здесь и зеркал, и огромных часов. Вот я хотела, я еще до конца не решила, что лучше мне сделать в изголовье своей кровати. У меня было зеркало, может быть, кто-то помнит. А теперь я хочу вот такие вот огромные часы. Видите, они исполнения черные, серебряные и медные цветом. Мне медные нравятся больше всего. Вот цена на них 35,99. А диаметр у них, сейчас найду, 68 сантиметров диаметр. Ну, вот эти стоят 30 фунтов. Также я просто в восторге вот от этой огромной такой композиции.
это рамки шеби-шик, видите, но они сделаны вот таким вот большим огромным массивом. 11 фунтов. Просто великолепно. И дальше есть вот такие еще. Но эти почему-то дороже. 19 фунтов. Вот внизу еще другие. Это как раз тоже классно украшает стену, как вы понимаете. Вот такое. 11 фунтов. Вообще это пластик. Это пластик, но смотрится он, согласитесь, классно. Здесь их много разных, вот этих рамок таких, соединенных из многих маленьких. Даже есть и зеркальные, видите. Но, вы знаете, сказать по правде, из всего большого выбора многообразия этих рамочек я возвращаюсь вот к этому. Вот этот шикарный, во-первых, огромный, во-вторых, вот этот стиль шеби-шик. А может быть, из-за того, что здесь такие классные картинки, я даже не знаю, стоит или не стоит оставлять эти картинки или заменять фотографиями, но великолепно. Часы мне, конечно, тоже нравятся, но пока я часы покупать не буду. Вот эти вот очень красивые клеенки. Я хочу подумать, что если я их наклею на стену. Особенно вот это мне нравится под дерево. Будем думать, будем думать. Цена 3,90 за метр и ширина 1,40 м. Давно смотрю себе новые какие-то шторы. Вот эти мне нравятся. Мне нравятся еще другие, но очень, конечно, дорого, потому что мне нужно вот такой вот размер 230 на 230 сантиметров. И обычно они, конечно, дорогие. Но здесь вот 27-29. Нравится мне, конечно, вот этот вот принц бархатный. Смотрится очень красиво. Но мой размер 229 на 229 стоит почти 50 за одну штучку. Ну вот теперь у меня возникла проблема, вы представляете? Вот здесь на камере, кстати, не очень видно, но их, вот этих замечательных бархатных штор, три цвета. Вот этот цвет айвори, это слоновая кость. Вот этот цвет легкий розовый. И вот этот цвет silver grey, ну то есть серебряный. Я теперь не знаю, какой покупать. Вот эти практически одинаковые. Наверное, я все-таки куплю айвори. Вот эту слоновую кость. Или все-таки мне розовый для моей спальни. Вот плохо, когда не с кем посоветоваться. Ну и, конечно же, вот эти украшения вот такие вот я не могу вам не показать, друзья. Я хожу уже давно, на них смотрю. Вот видите, вот такие вот зеркала. Они стоят 6 фунтов, 3 штучки. И здесь их такое разнообразие украшать стены, что у меня просто, знаете, глаза разбежались. Вот эти мне очень нравятся. Медные такие. Представляете, как будет здорово вот так вот их как-то распределить по стенам. Вот такие вот, видите.
зеркала, какие хотите. Посмотрите, какое красивое зеркало. 20 фунтов. Выбор зеркал здесь. Уже язык заплетается. Выбор зеркал потрясает. Посмотрите, как красиво. Ну вот, вы знаете, может быть, конечно, сейчас это везде полно всего. Но вот меня удивило то, что у нас здесь на острове вот единственный, пожалуй, магазин, который меня устраивает в плане вот этих вот всяких декораций. Вот эти вот длинные зеркала такие. Кто-то их в прихожую вешает на стену, а я поперек вешаю над кроватью. Тоже неплохо смотрятся. Или вот это, например. Но это уже, конечно... Или вот такие вот украшения над кроватью. Посмотрите. Может быть, даже не обязательно над кроватью. Некоторые можно где-то сбоку между окнами. Вот, например, как вот эти бабочки. Просто супер, друзья. Все равно что-нибудь себе куплю. Я уже тут в свою тележку наложила всего, видите. Вот эти все-таки шторы, вот эти держатели. Вот тут такую же нашла подушечку под цвет. А теперь вот не знаю, хочу 3 зеркала купить в изголовье для украшения. То ли 3, то ли 1. То ли часы, то ли не надо часы. Ой, просто я вся уже запуталась, друзья. Сколько здесь всего классного. Как вам нравится вот эта вот крышка от бутылки? Ну, супер же. Это, конечно, не для моих декораций, но вообще... А мне нравится, вообще супер. Посмотрите, какие красивые картины. Огромные. И вот такие даже. Как это, виньетка называется на стенку, да? Виньетка. Ну, тоже найти ей место где-то. Но для такой огромной виньетки, конечно, нужно большое пространство. Вот эти надписи все, посмотрите, они здесь даже как картины сделаны. Такие огромные. Металлические подшебишик. Надписи какие хотите. Welcome to your house. Home is wherever I invite you. Вот не знаю, куда их. Ну вот люди находят применение. И очень любят англичане вот такие вот надписи в доме. Видите, сколько их тут разных. И это все развешивают на кухне, где-то в спальне, в большой комнате, в прихожей. Я же уже теперь разогналась делать какой-то новый дизайн в своей спальне, порадовать себя любимую. Так вот, я хочу еще над камином какие-то красивые обои поклеить. Помимо того, что в комнате. Ну, в комнате я хочу белые тисненные, большие. Уже покажу вам. Я хочу еще и над камином. Знаете, супер. Надо найти только какой-то оптимальный вариант. Я хотела сделать кирпичами. Кирпичами. Либо я хотела сделать... Забыла, как называется вот такими вот, как зеркала я вам показывала. Этот стиль вот наверху, видите? Не помню, не знаю, как он называется, сейчас уже забыла. Эти 10 фунтов, 10 метров, вот эти обои любые. И здесь тоже, какие хотите. Глаза разбегаются, но надо найти, надо в тон.
Думаю я, что в тон надо найти. Даже не знаю, то ли к шторам в тон, то ли вообще ко всей комнате в тон. Да, надо думать, опять думать, думать. Ой, вы знаете, наверное, мои ровесники тоже помнят времена, когда вот эти вот обои, боже мой, вот такое многообразие, такое разнообразие. Я была молодая, я была прыткая, энергичная. Я бы, наверное, каждый год клеила себе новые обои во всех комнатах. Но тогда у нас была очередь за лишь бы какие купить, лишь бы что поклеить. Вот так вот жили, сейчас просто даже представить. Наверное, молодежи этого невозможно. Смотрю же специально уже со шторами. Ну вот как интересно, вот смотрите, вот этот вот такой с розовым, а вот этот вот, он просто стальной. Но здесь не отражается, не показывается на камере. Ну вот, наверное, все-таки с розовым я возьму к своим этим красивым новым шторам. Кстати, я развесила вот эти же самые в рулоне обои. Они смотрятся уже как-то некрасиво. Вот еще вот эти такие деревьями. И вот опять вот эти кирпичами тоже на розовом фоне. Друзья, опять у меня глаза разбежались, я не знаю. Но мне нужен всего один рулон. У меня там небольшой, я хочу стенку обклеить. Стоят они от 12 до 15 фунтов один рулон. Как не ошибиться? Ну и наконец мы пришли в красивейшую секцию электротоваров. Светильники здесь всякие. Я эту секцию обожаю, друзья. Сейчас покажу вам, что я себе тут высмотрела. Но я, правда, была в прошлый раз. И здесь было много чего выбрать, когда я была в прошлый раз. Может быть, сейчас... Ну, вот эти неплохие в мою большую комнату. Я смотрю-то, видите, просто вот такой вот абажурчик, потому что просто подвесить, да и все. Вот он стоит 20 фунтов, ни много ни мало. А вот так вот он смотрится горящий. У меня-то на данный момент вот такой, как этот красный, висит. Ну или даже вот такой, как вот этот. Самый простой, самый обычный. И как-то он мне уже изрядно поднадоел. Вот, я хотела в прошлый раз вот этот за 10 фунтов купить. Ну, он металлический, мне кажется, он темноват. Сейчас покажу вам, как он выглядит. Вот здесь наверху, видите, вот так. Еще один похожий, но совсем темный. Что вы думаете по поводу вот этой вот люстрочки под хрусталь? Мне нравятся вот такие вот под хрусталь штучки. Вот, кстати, еще один неплохой. 7,99, но маловатый он, конечно. Так, я что-то сейчас уже не вижу даже той, которая мне нравилась вам показать. Ага, вот она в следующем ряду. Я нашла, я ее увидела. Вот в конце две висят. Смотрите, вот эти. Вот маленькая стоит 25 фунтов, а большая стоит аж 90. Вот такая вот большая разница. Хотя они, конечно, ну вот они похожие по стилю. Вот эту за 25 фунтов я хотела купить, но она последняя здесь у них висит. Они мне не стали ее снимать с витрины. Странное дело. Здесь такие же даже настольные есть лампы. Вообще, я же говорю, что мне очень нравится вот эти все светильники выбирать. Обожаю. Вот посмотрите, вот это тоже за 20 фунтов. Вот неплохая. Но это же все весюлечки, они уже даже не стеклянные, они просто пластмассовые. Вот эта вот люстрочка, вернее, абажурчик тоже неплохой.
Я поднимаю вам туда повыше, чтобы вам видно было камеру. Вот я хотела купить себе вот этот, кстати. Вот он. Он стоит 19 фунтов он стоит. Вот такой вот. Хотела в большую комнату купить, неплохой. А потом что-то думаю, да ну его, металлический какой-то, ну его. Вот он вот смотрится вот так. Хотя, понимаете, вот они здесь при свете, когда их много, они смотрятся по-другому, смотрятся шикарно. А потом домой привозишь, они по-другому. Вот я вот как-то думаю, вот либо вот эту купить с висюлечками, либо, может быть, все-таки она мне по стилю не подходит, и все-таки, может быть, лучше вот этот абажур. Вот их было тут, кстати, много, остался он один, а я все думаю, как я надумаю, так и пропадет. Вот я уже убеждалась, что надо сразу покупать. Надо сразу покупать. Так, и еще вот эти вот светильники напольные мне нравятся до невозможности. Как они смотрятся красиво. Это просто праздник каждый день называется. Вот они стоят 90 фунтов. Вы, наверное, тоже видели такие. Вот этот за 99, более вычурный, мне даже меньше нравится. С цветами там всякими, какими-то непонятными. А вот этот просто супер. Цилиндром таким согнутым. Ну вот, знаете, когда я стала смотреть, у него такие маленькие лампочки. Как на обычной гирлянде цветочной. Я спросила, а как эти лампочки, если она вдруг одна из них поломается, он же потухнет весь. Там же последовательное соединение, если я помню правильно. Но мне сказали, да, на самом деле сразу весь потухнет. Но говорят, что вот они у них здесь стоят уже в течение 2 лет на сцене, на витрине горят, и ничего не случилось пока еще. Хотя у них гарантия 2 года всего. Ну, вот так. Ну, и мне сказали, что поломается, значит, поломается уже. Все, тогда выкидывать полностью весь этот светильник. Вот он такой. 100 маленьких лампочек стоит 100 евро или 90 фунтов. И высота у него 145 сантиметров. Ну и вот последний здесь в углу. Секция последняя с тоже красивыми светильниками. Глаза разбегаются, не знаю. Ну и цены, конечно, тоже разные. Вот этот очень красивый. Смотрится необычно. Очень симпатичный. Современные торшеры тоже недорого, в принципе. Вот этот вот сейчас так модно. Открытые лампочки, видите? Он 39-40 фунтов стоит. Вот тоже похожий, вот такой, как я вам показала. Цилиндром 80 фунтов. Вот эти лампы дневного света. Или вот такой классический. Еще один огромный магазин. Я сегодня приехала, решила уже сегодня посвятить почти весь свой день вот этим всем моим выборам. Здесь вот сразу хочу показать вам секция, видите, где спальни. И вот эти вот шикарные ковры. Ну, у меня к ним, к вот таким длинноворсовым коврам, шкурам, всяким подушкам, у меня просто какая-то неимоверная любовь. Так вот, такой вот ковер, вы знаете, 40 фунтов 80 на 150 у него ширина. Но это вообще-то вроде бы как коврик под ноги, они говорят. Но я хочу его постелить. Даже, может быть, на диван. Вот видите, какой он вот такой. И здесь, с этой стороны. Конечно же, ну, на пол. На пол, на пол. Второй размером 120 на 170. Но он стоит уже 70 фунтов. Здесь таких ковриков полно. Но странным образом вот эти коврики даже дороже стоят. Видите, 45 и 75, тот же самый размер.
Вот это вот меня сбило сразу, конечно. Написано 9,99, но это прилеплен просто коврик антислипа, антискользящий такой. Вот это красивое такое белье, необычное, горошком. Совмещенно здесь с желтым. Сразу эти шторы такие же, видите, тоже. Ну, классно, конечно. Но этот магазин уже, скажу я вам, намного дороже, чем тот Range. Кровать для детской спальни. Дизайн для детской спальни. Сразу светильники. Все можно сразу купить. Обратите внимание сразу на цену тех же самых светильников. Ой, красавчики, посмотрите, Teddy Bear. Teddy Bear — это медвежатки. 20 фунтов один. Вот такой огроменный. Огроменный медведь. Ну, цвет у него, конечно, какой-то странный. Единорожки. Красивые рожки. 7 фунтов. Я в этом магазине 100 лет не была. И, конечно же, сразу я сориентироваться не могу. Но здесь все похоже. И тем не менее можно найти что-то в каждом магазине индивидуальное. Сейчас буду смотреть, если что-то вас, если что-то меня заинтересует, то я сразу же вам включаю камеру. Сразу еще раз показываю вам вот этот вот ультра мягкий такой вот материал Teddy. И вы знаете, написано, что он... Но это простынка уже, 15 фунтов, если королевский размер. И вот сингл на одинарный 11, дубл 13. Но только дубл вот почему-то вот такой. Желтый, мне что-то как-то желтый не хочется покупать. И также есть, видите, подушечка маленькая, наволочка. 8 фунтов. Вы не представляете, какая она мягкая на ощупь. Просто хочется щекой прижаться. Вот только вот этот вот тедик меня и спасает зимой в холодной постели. Как играет краской, посмотрите, интересно. Зеркала. Каких только нет. И для меня украшать зеркалами комнату — это именно вот мой стиль. Вот посмотрите, какое красивое. И вот это зеркало, конечно, так, я даже больше для себя. 25 фунтов, 74 на 94 сантиметра. Посмотрите, какая красивая рама. Такая подблагородная, такое серебро.